Любая попытка популяризовать искусство, сделать его более доступным, ведет лишь к снижению художественных... Кстати, вот это новая работа Сергея Завьялова. Очень перспективный художник. Как фамилия Завьялов? Да. Потрясающе. Будущее у него... Перестань. Вчерашний день. Показывай, что интересного есть. Вот работа еще одного молодого перспективного художника. Завязывать живопись надо. Не мое. А пойдем к Лехе в мастерскую. Обсудим. Дело-то серьезное. Пойдем. Да ладно тебе, это только одно из мнений. Картина хорошая. Ну, без легенды. Когда прилетает? Разбегаться мы с ней будем, Костян. А чего так? Ну, считаешь, что у меня ничего не происходит? А ей опять какую-то новую должность дали. Тебе скандал нужен какой-нибудь. Это изменит ситуацию. Что ты предлагаешь? А давай... Ты умрешь. На полгода. Сергей был одним из самых интересных художников своего поколения. Поверьте, это серьезная утрата. Какое умное и печальное лицо этого молодого человека. Сколько стоит? Ну, пока это небольшие деньги, но поверьте, скоро это будет культ. Ну, я беру эту работу. И правильно. А еще что-нибудь этого автора у вас есть? Есть, но вы взяли лучшую картину. Слушай. А? Мне бы съехать к ее приезду надо. Займи за квартиру заплатить. Ну, сколько смогу. Я в аэропорту тебя хотел встретить, но ты ни номера рейса, ничего не оставил. Ну, уже еду. Сколько цветы стоят? 500. Спасибо. И вам спасибо. Да, отлично у тебя поездка получилась. Вот, смотри. А этот храм называется... Я не помню, как он называется. В общем, очень старинный храм. Угу. Внесен в список памятников ЮНЕСКО. Почти не действует. А это кто? Это Ганеша. Ганеша? Слушай, отличная штука. А еще он сделал... Слушай, похоже, медь, да? Хочешь, я не буду дальше рассказывать? Нет, почему говорим? Мне интересно. Да нет, я забыла уже. Ты когда на работу выходишь? Через два дня.
Я пока еще не нашел, куда съехать. Ты же найдешь куда? Яичницу будешь? Нет, ты что? Я теперь по-другому питаюсь. Никакой животной пищи. У нас есть что-нибудь из овощей и фруктов? Только лук. Да, не густо. Ну, хочешь, я в магазин схожу? Спасибо, я попозже в индийское кафе съезжу. Слушай, кстати, я привезла правильный чай. Хочешь, заварю? Да нет, спасибо, я кофе попью. Серёж, ты что? Кофе дает неправильную энергию. А мне сейчас любая подойдет. Костян, ну не могу я больше у нее оставаться, понимаешь? Слушай, у тебя большинство моих работ, они что-то достоят. Поверь, я пустой, как барабан. Ну, займи у кого-нибудь. У кого я могу занять? После того косяка, как у меня репутация упала ниже плинтуса? Ну, пусти хоть в галерею пожить. В галерее невозможно, тут по ночам будут снимать фильм. Какой фильм? Для взрослых. Но им тоже надо как-то зарабатывать. Слушай, у Лехи в мастерской не получится. В мастерской не получится, а там сам Леха ночует. Катя, мне эта квартира по деньгам никак. Мне не хватает, понимаешь? Да на самом деле где угодно. Слушай, а вот эти твои знакомые, которые на Юго-Западе жили, они уже съехали? Ну, поспрашивай там, хорошо? Угу. Серёж, ты дома? Вика? Да ничего, нормально. Чудить немного после Индии. Привет, как дела? Привет, нормально. Да я вот насчет квартиры звонил, с Катей разговаривал. Кстати, тебе привет от нее. Смотри, что нашла. Да, старую посуду можешь потом забрать. Спасибо. Оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевая я. Я знаю, откуда все твои проблемы. Прости. Ты неправильно живешь, Сереж. Что? Докатился до того, что согласился умереть. Слушай, это не моя авантюра. Это Костян придумал, чтобы картину продать. А картины твои не покупают, потому что они не позитивные. Чего? Ну, они серые. Правда. Извини, ты художник, ты должен знать. Это теория цвета. Оранжевый. Это энергия, это бодрость. Присягивает внимание. Да что ты понимаешь-то в этом? Теория цвета. Что ты понимаешь в живописи-то вообще? Тебе в Индии что ли рассказали? Мне в Индии. А вообще это известный факт. Оранжевый считается цветом буддизма. Здорово. Так ты яичницу будешь есть? Ты уже спрашивал. Оранжевая, кстати. Слушай, тебе не кажется, что это уже слишком? Что именно? Ну, вот это. Новый цвет, новая жизнь. Со старым расстаемся. Плитку в ванной менять не собираешься? Ты знаешь, что чакра, отвечающая за жизнерадостность, тоже оранжевая. Сватхиштхана. Сватхиш... как? Сватхиштхана. Ух ты!
Слушай, вот это не выбрасывай, пожалуйста, я потом заберу, ладно? Угу. Да, я как-то не подумала. Угу. Ну, я пакет поставлю в прихожую, потом заберешь, ладно? Да, отлично. А ты еще не на работе? Перец, манго, абрикос, а также сушеные овощи, фрукты, ягоды, например, облепиха. Если съедать каждый день 200 граммов оранжевых даров природы... Сережа, вот ты же мое полотенце для лица. ...необходимым количеством бета-каротина, провитамина А, необходимого для красоты кожи и волос. Каротиноиды защищают клетки кожи от солнечных... Ты так и пойдешь на работу? ...и ускоряют загар. Так и пойду, а что? Слушай, Вик... Я не хочу лезть в твою жизнь. Угу. Но мне кажется, что это твое увлечение оранжевым. В общем, это как-то нездоровое какое-то. Сережа, я абсолютно здорова. Как никогда. Поверь мне. Кстати, мне квартиру нашли, сегодня еду смотреть. Тихо, ты я что? Я не могу так больше. Я что? Не могу. Что случилось? Они все серые. Что? Тихо, понимаешь? Кто? Они все серые. Вика, успокойся. Что же это? Все должно тихо. Быть оранжевое. Тихо. Тихо. Все. Тихо. Тихо. Тише. Тихо. Тихо. Все. 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 Здорово, Серега. Что, с квартирой проблемы? С Викой что? А? Понял. Понял. Хорошо, жги. Да, жги. Нервный срыв на фоне депрессии. Я ее раньше такой никогда не видел. Ну, все когда-то в первый раз. Человек 2 недели в раю жил, святыни смотрел. А тут вернулся в офис, пробки. Отсутствие солнечного света. Да-да, вот она все время про оранжевый цвет говорит. Оранжевый хороший цвет, позитивный. Снотворными психостимуляторами, алкоголем не злоупотребляет? Да ничто, она вообще не пьет. Ну, не пьет уже хорошо. На работу звонили? Звонил. Че сказали? Да она там тоже все перевернула. Угу. Значит, успокоительное я ей вколол. Угу. Пусть несколько деньков дома полежит. Угу. С антидепрессантами я бы пока подождал. А что, может быть, так серьезно? Ну, депрессия – болезнь древняя, ее еще Гиппократ лечил. Главное – положительные эмоции. Сейчас во всем идите ей навстречу, соглашайтесь во всем, не спорьте. Угу. Сейчас у нее период такой, что все мерзкими кажутся, неправильными. И я? И вы. Да все. Поэтому, если хотите, чтобы ей было лучше, вы же хотите, чтобы ей было лучше? Ну, разумеется. Ну, разумеется. Поэтому соглашайтесь во всем, делайте, как она захочет. Угу. Только оранжевое. Трусы тоже оранжевые купи. Трусы-то зачем? Никто ж не увидит. Ну, это же тебе нужно, ты будешь знать. Да-да, конечно. Конечно. А что еще? Старайся быть чаще там, где оранжевое. Держись возле цвета. Хорошо.
Надо бы стены тоже перекрасить. В оранжевый. Хорошо, я все сделаю. Ты же еще поживешь здесь, правда? Да, конечно. Если ты не против. Я за. Оранжевое небо, оранжевая Вика. Добрый день. Здравствуйте. Можешь с начальником переговорить? Че надо? Да я вообще-то работаю еще. А какую работу? По специальности-то? Художник. О, художники везде нужны. Нам тоже. Ну и отлично. Ну пойдем. Вот тогда-то Багира подняла мокрый подбородок и в отчаянии крикнула, зовя на помощь змеиный народ. Мы с вами одной крови, я и вы. А когда ты стены покрасишь? Слушай, я пока еще не нашел нужную краску, но мне обещали, что привезут. Нам это поможет. Ну, разумеется. А хочешь что-нибудь покушать? А может, тебе чай заварить? Нет. Правильного. Не хочу. Что там на улице? Так же. Слушай, а может погуляем? Нет. Нет, там все серое. Ну чего тебе хочется? Я хочу в Индию. Ну, поедем. Обязательно поедем. Нет. Там сейчас сезон дождей. Ну вот закончится и поедем, да? Тебе там понравится. Конечно. Читай. Ей представилось, что Каа в последние минуты повернул обратно. «Маленький брат, сколько раз я говорил тебе, что Шерхан твой враг?» «Столько раз, сколько орехов на этой пальме», — ответил Маугли, который, само собой разумеется, не умел считать. «Ну и что из этого? Мне хочется спать, Багира». Спас от смерти. Сережа, у меня просьба. Какая? Я хочу уехать в Индию. Но мы же поедем. Через месяц-два соберемся и поедем. Ты не понял, мне сейчас нужно. Я могу подождать неделю, если нет, то умру, я это точно знаю. Послушай, твоя депрессия скоро пройдет, мне поверь виднее, мне. Нет, это не пройдет. Я не знаю, я прям... чувствую еще немного, я уйду под воду. Я не могу жить без солнечного света, его здесь нет, понимаешь? Ты знаешь, какое солнце в Индии? Океан. И первое, что я там сделаю, я пойду на берег, буду смотреть на океан. Час-два просто. Смотреть. Даже плыть не буду. Просто буду стоять.
Алло. Здорово, Костян. Новая выставка? Ну, слушай, у меня сейчас нет ничего, только старое. За сутки что-то новое? Нет, это нереально. Нереально, говорю. Ты знаешь, не до того сейчас. Да и работать негде. Говоришь, у Лехи в мастерской можно? Ну, если только попробовать. Ладно, ладно, говори. Попробуй. Попробуй, говорю. Пацаны, смотри, гастарбайтер спер что-то. Поканчивай, спер. Ребят, что вам надо, а? А ты что так с нами-то разговариваешь? В смысле? А чё с Щуркой-то разговаривать? Ну, ребят, вы... Ребят, вы чё? Я не могу жить без солнечного света, его здесь нет, понимаешь? Перестань. Вчерашний день. Показывай, что интересного есть. Чувствую, еще немного, я уйду под воду. А давай ты умрешь. Оранжевый хороший цвет. Его работы так называемого оранжевого периода до сих пор пользуются бешеным. Ты знаешь, какое солнце в Индии? Художник при жизни не увидел своего триумфа.